Очередную проверку на прочность проходит в эти дни службы жилищно-коммунального хозяйства и инспекция дорожного движения. О ликвидации последствий снегопадов говорили сегодня утром в столичной администрации. Каждый день уличную дорожную сеть очищают около 120 единиц коммунальной техники. Накануне было вывезено почти 4 тонны снега. Дорожники работали круглосуточно и в 3 смены. Тем не менее, ситуация на дорогах города была непростой. До Гагарина-Ленина и от Гагарина-Ленина до Николаева троллейбусы очень шли тяжело, то есть шлифовали полностью, стояли. Непонятно, как попавшие в центр Чебоксар груженные фуры тормозили движение. Ухудшил дорожную ситуацию во время снегопадов и выезд учебных автомобилей. Они начинают трогаться, неумение вождения, опять встали. Вот эти моменты надо заранее предупреждать, потому что знаем, снегопады будут, оповещать, чтобы они в эти дни не выезжали. В городе две фуры было, Московский проспект на Калинин. Они оба встали и практически оценку дали две фуры, как город не готов. Главы районов доложили о состоянии дорог частного сектора, дворовых и внутриквартальных территорий. В целях своевременной уборки снега администрации Ленинского района проведены были организационные мероприятия с приглашением руководителей управляющей компании. Акция «Стоп-сугроб», по мнению участников совещания, тоже поможет выявить нечищенные дворы. Горожане могут присылать фотографии и замечания в городскую администрацию. Каждый факт обязательно проверит. Ленина 11. Ленина 11. То же самое. Понятно, что в этих случаях ответственность лежит на управляющих компаниях. Они должны принять все меры, чтобы жители не утопали в снегу. В целом, столица выдержала натиск стихии. Мы должны скоординировать всю нашу работу и принимать конкретные меры. Да, молодцы, город не остановлен в движении. Благодаря только вам, вашей заслуге, а в дальнейшем мы еще улучшить должны. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Если где-то мешает, надо... Осложняют ситуацию и мешают убирать снег и неправильно припаркованные автомобили. Только за 4 дня февраля 40 машин отправились на штрафстоянку. Эвакуация автомобилей проводится только из-под запрещающих знаков. В столице постановлением главы администрации утвержден перечень мест, где дополнительно установлены дорожные знаки, ограничивающие стоянку автомобилей. Эти машины просто пришлось принудительно забрать. Они мешали дорожникам убирать снег. На штрафстоянку в феврале отправились автомобили, припаркованные в неположенных местах. На Эгерском бульваре, улице Гладкова, проспекте Ленина и проспекте Мира. За нарушение правил с начала года по результатам совместных рейдов дирекции по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств и ГИБДД по городу Чебоксары эвакуировано около 400 автотранспортных средств. На сегодняшний день эвакуация продолжается. Информацию о задержанном транспорте можно уточнить по телефону 50 62 05.